Рассмотрим антивозрастной регенерирующий крем для кожи вокруг глаз с пептидами и комплексом фактора роста Буэна MGF Peptide Eye Cream Plus. Продукт входит в линейку антивозрастных средств с комплексом фактора роста Redline от Буэна. Уберем защитную пленку и достанем из упаковки. Средство предназначено для ухода за кожей вокруг глаз. Пептидный крем замедляет процессы старения, питает, устраняет сухость и шелушение, осветляет темные круги вокруг глаз, устраняет отечность, повышает эластичность, разглаживает мелкие морщинки. Средство стимулирует образование коллагеновых волокон, тем самым интенсивно омолаживает кожу. Регулярное применение крема позволяет заметно разгладить мимические морщины и сделать кожу более плотной и эластичной. Основные компоненты. Эпидермальные факторы роста, комплекс из 9 видов пептидов, гидролизованный коллаген, церамиды, стволовые клетки томата, аллантоин, аденозин, масло ши. Средство подходит для любого типа кожи, а особенно для зрелой кожи. Рассмотрим способ применения. Уберем защитный стикер. Необходимое количество средства нанести на очищенную кожу зоны вокруг глаз и распределить похлопывающими движениями. У крема питательная текстура, он быстро впитывается, не липкий. Имеет приятный сладковатый аромат. Масса 30 грамм.